Просто зараз ми поговоримо про те, що значить фраза «Росія Шредінгера». Ось так я її придумала і будемо вам роз'яснювати. І робитиму це я, Ірина Узлова, і Цві Зільбер, ізраїльський журналіст та головний редактор «Лучшого радіо». Цві, щиро вітаю в нашому ефірі, рада бачити. Шалом, слава Україні! Шалом, героям слава, усіх вітаю! Тут от в Росії постійно когось оживляють періодично, час від часу. Я не знаю, може вони дійсно живі, але так дістають. То Кадирова дістають з якимись відео наклеєними консервами, то ось Соколова другий день підряд, командувача Чорноморського флоту Російської Федерації, дістають, демонструють, кудись його заклеюють, якісь відео старі, чи то від серпня, чи то від початку вересня. От таке в них все. Кадиров Шредінгера, адмірал Шредінгера. І при цьому зауважують нашому головному управлінні розвідки, що хто б там був живий чи мертвий, в самому Криму, особливо серед військово-політичного командування Чорноморського флоту Російської Федерації, атмосфера гнітюча і має це велике значення ліквідація ось цього штабу. Свій. І тут ще один момент мені пригадався, Київпост із посилання на свої джерела написало, що самі силовики Російської Федерації, самі моряки могли здавати ось ці позиції штабу Чорноморського флоту, бо їм гроші не платять, ну і мотивації нуль. Як взагалі, враховуючи досвід, наприклад, Мосаду, організовуються ось такі масштабні операції, які мають і політичне, і військове, і символічне значення? Ну, ви говорите Кадиров, ви говорите Соколов. Тут вот Медведчука пытаются воскресить, Сурков снова вот появился. Если выкопать труп, сделать ему педикюр, намазать немного косметики, то, как они считают, вполне сойдет. Ну, это, в общем-то, такая, знаете, ГБшная такая культура спецопераций, введение в заблуждение, как называется, дезинформации, психологическая война и так далее. То есть это вполне в их стиле, что кто-то умер и долго еще выдавать его за живого, точно так же, как долго не сообщали о смерти товарища Сталина и долго не сообщали о смерти товарища Брежнева, пока они решали там всякие закулисные вопросы. Ну да, я говорю, что это вообще в их стиле. Они пытаются сделать самые разные фейки. У них это плохо получается, потому что технически они не так продвинуты, потому что ну, такие вещи, как там биллинги, как метки на фотографиях, на фотоснимках, по которым можно получить геолокацию, по которым можно получить время, когда сделан этот снимок. Это они еще не освоили. Им очень нравится дипфейк, им очень нравятся нейросети. Они считают, что теперь они все смогут подделать, но все равно качество еще оставляет желать лучшего, поэтому каждый раз у них не получается. Но они вот в своей пропаганде, по-моему, рассчитывают на самый-самый умственно отсталый слой населения, поэтому для них это дело сойдет. Ну вот, что касается Кадырова, мы видели немного более хитроумную операцию, которая была проделана посредством Ксении Собчак, которая якобы пообщалась с Кадыровым, и при этом она не опубликовала ни запись этого разговора, ни фотографию Кадырова, который ест эти орешки кэшью. Ничего, она просто в трех абзацах пересказала содержание разговора и опубликовала какую-то старую фотографию Кадырова. Ну, как к этому относиться? Понятно, что если бы Кадыров действительно был жив, и если бы Кадыров, понятно, что слухи о том, что Кадыров мертв, они дестабилизируют ситуацию в Чечне. Понятно. И не только в Чечне, но в основном в Чечне. Понятно, что Кадыров в любом случае был бы заинтересован показаться на поверхности и сказать «все в порядке, я по-прежнему жив-здоров и власть в моих руках». И Кадыров мог бы это сделать за 5 секунд, просто сняв селфи, где можно определить геолокацию, где можно определить время, когда эта фотография сделана, показать свое лицо, каким бы распухшим оно ни было, и сказать «все в порядке», что это за слухи, и вообще я всех накажу, и все, на этом этого было бы достаточно. 5 секунд его времени это бы отнимало, и этого было бы достаточно, чтобы мы все сказали «да, он жив», и на этом положили бы, поставили бы точку во всех этих наших пересудах и
домыслах. Но нет, этого не происходит. Каждый раз, когда они пытаются нам что-то доказать, у нас сомнений становится больше и больше. Что это за съемки? Что это за дядя таинственный, который лежит в центральной клинической больнице, возле которого дежурят там все кадыровские джипы постоянно? Да, то есть, если бы даже Кадыров его посетил, это было бы что-то одноразовое. Да? Ну, нельзя себе представить, что Кадыров там у него в палате поселился. Так он переживает за своего дядю, пусть даже самых честных правил. Но это совсем не в стиле Кадырова сидеть в Москве и в центральной больнице ухаживать за своим престарелым родственником. Совсем не в его стиле. И как-то показывают его сбоку, и как-то все слова, которые он говорит, не очень сочетаются с сегодняшними реалиями. И, ну, постоянно все это внушает все больше и больше подозрений. Ну, слушайте, если это ходит как утка, крякает как утка, летает как утка, ныряет как утка, то, наверное, это утка. Наверное, Кадыров все-таки скорее мертв, чем жив. Вот. Если это не так, то я просто тогда не понимаю, зачем они создают эту видимость того, что он при смерти или что он, может быть, даже уже умер. Ведь это такой очень-очень дестабилизирующий фактор. Наоборот, надо показать, что все в порядке. Все несменные, изменные, никого нельзя поменять, как фараон. Да? Фараоны умирали и появлялись новые, но маска была одна и та же, чтобы народ знал, все стабильно. Фараон всегда сидит на своем месте, на своем троне, с не меньшей свирепостью и кровожадностью, значит, все в жизни стабильно. Поэтому вот как-то так. Что касается спецопераций, что касается Черноморского флота, то здесь есть много разных свидетельств. Я думаю, что все-таки тоже этот командующий Черноморским флотом погиб. Но здесь история совсем другая. Здесь история в том, что для них это определенный позор. Что как это так, в Севастополе украинцы куда-то попали, и не просто куда-то, а в штаб Черноморского флота, и не просто в штаб, а когда там было полно генералов и офицеров, и перебили там кучу народу, включая самого командующего Черноморского флота. Это для них полный позор, это страшный кринж, это просто как прилюдно, поэтому эту смерть они будут максимально скрывать. Скрывать, сколько смогут, протянуть, будет засекречено, с семьи возьмут подписку наверняка, поэтому это они будут скрывать всеми силами. Да, і ще про це говорить, дійсно, ось тут така сама інтенсивність і гарячковість, я би сказала так, оцих відео, які почали з'являтися одне за одним, мовчки, не мовчки. Для чого ось так істерично просто таки демонструвати, що він нібито живий, але теж якісь вони такі консервні, якісь дивні, вже покажіть, хай він теж виведіть його на якесь нагородження, на плацу, ні. Це вони не роблять, вони дістають якісь короткі, теж не прив'язані до сьогодення, все ідентично повторюється, як до оцих фотофактів з Кадировим теж. Сергій Ауслендер, теж ізраїльський журналіст, він переконаний, що ось такі влучання по сакральних, дійсно символічних місцях, ну це такий прям осередок руського міра ще й був ця будівля, де знаходився штаб Чорноморського флоту, яка тепер дещо дирява, свідчить про те, що насправді йде уже битва за Крим, можна так говорити. Правда, поки що дистанційними методами. Як ви думаєте, чи можна стверджувати, що дійсно ось ця фаза активної боротьби почала? Чи розуміються в Російській Федерації, чи готуються вони до бою, чи до відступу? Ну, нет никаких сомнений, что битва за Крым уже идет. И вы знаете, вот до вторжения, до 24 февраля 2022 года, ну, практически все в Украине, я тоже общался время от времени с украинскими политиками, да, если вы помните, был такой проект, в котором я когда-то принимал участие, «Независимые». Вот, конечно, с началом вторжения он прекратил свое существование, но, ну, практически все говорили в Украине, вы, наверное, тоже подтвердите. Вопрос с Крымом надо решать дипломатически. Другого решения нет, только дипломатическое. Вопрос с Крымом надо решать мирным путем, политически, дипломатически и так далее. Но ни в коем случае не военным. Ну и вот мы видим, что такие конфликты решаются военным путем. Посмотрите на Карабах.
Вот Алиеву тоже много лет говорили, что такой конфликт не решается военным путем, надо только политически, только дипломатически. Нет, ну надо отдать ему должное, он пытался много раз, делал армянам самые разные предложения, но всякий раз они, ну, либо отклоняли эти предложения, либо просто тянули время, такая была стратегия, максимально затягивать время, и они, да, они нет, не говорить, и сохранять ситуацию как можно дольше вот в таком виде, в каком она существует, для того, чтобы в какой-то момент весь мир сказал, а ну посмотрите уже сколько лет так происходит, давайте уже дадим этому какой-то постоянный статус. Но нет, Алиев взял и решил вопрос сначала в 2020 году. Это была настоящая война с применением всех видов современной боевой техники, когда были освобождены азербайджанские районы, где никого не было, где не было армянского населения. Там просто были остатки разрушенных азербайджанских сел и городов. Откуда было армянами было депортировано азербайджанское население еще 30 лет назад. Вот. Ну и вот сейчас мы видели, как за 25 часов завершилось решение этого вопроса. Теперь Алиев не согласен даже на автономию для армян, на что он был согласен в 2020 году, сразу после войны. Он был согласен на предоставление армянскому населению Карабаха автономии. Сейчас он даже на автономию не согласен. И мы видим, что да, он взял и конфликт, затяжной конфликт, многолетний конфликт, решил силовым методом, военным путем. И я думаю, что карабахский вопрос рассосется. Я думаю, что армяне просто эмигрируют из Карабаха, либо переедут на территорию Армении, либо уедут в другие страны. Может быть, несколько десятков тысяч останется и станут гражданами Азербайджана и научатся как-то жить в новой стране и в новых реалиях, учитывая, что окружающее население испытывает к ним ярую ненависть. Это ненависть, ну, это люди, которых в свое время выгнали из своих домов и которые вернулись туда спустя 30 лет. Разумеется, они боготворят Алиева и ненавидят армян, и как жить с ними по соседству, я не очень себе представляю. Но, слушайте, сегодня в мире миллионы беженцев. Я очень сочувствую всем, но я сочувствую также миллионам украинцев, которые сегодня покинули свои дома и живут в разных странах, не могут вернуться домой из-за войны. Ну да, есть в мире беженцы, и в конечном итоге Азербайджан дает нам целый ряд наглядных примеров. Во-первых, это незыблемость международно признанных границ, потому что у каждой нации есть свой национальный эпос, да, свой национальный миф. Если вы послушаете армян и азербайджанцев, у них у всех аргументы. Эти говорят, мы первыми были на этой земле. Те говорят, нет, мы были первые на этой земле. Ну, кто это может проанализировать? Кто может на основании каких-то древних преданий или на основании версий разных историков делать заключение о том, к какой стране должна относиться та или иная территория? Вот у Путина тоже есть версии по поводу Новороссии, по поводу деды воевали, по поводу исконно русской земель и так далее. Но при этом существуют международно признанные границы. И если мы сейчас откроем вопрос с границами, то знаете, как проводились границы, особенно во времена колониализма в Африке, на Ближнем Востоке, по линейке, просто разделяя в разных странах один народ, разделяя на разные части, или наоборот, объединяя в одно государство два непримиримых и постоянно воюющих друг с другом племени. Поэтому, ну да, вот границы такие, но что делать? Ничего не поделаешь. Или живите как-то так. Или, если мы сейчас это дело откроем, то то, что происходит сегодня в Украине, начнет происходить повсеместно. Все начнут воевать со всеми и вести. Но это будет как во времена Первой мировой войны, когда у всех были какие-то территориальные претензии к соседям, и все страны захлестнула такая страшная военная истерия. Вот. Это один из уроков Карабаха. Ну и второй урок – это то, что такие конфликты, да, можно решить военным путем, что и сделает Украина в конечном итоге. И я не сомневаюсь, что война за Крым уже идет, и Украина ни на каком этапе не собиралась отказываться от своего суверенитета над этой территорией.
И никогда никто не признал бы отчуждение Крыма, ну, разве что, если бы это не было, там, не входило в какие-то рамки какой-то сделки, что да, Украина бы сама со своей стороны признала. Но поскольку Украина этого никогда не сделает, то, ну, кто признает отчуждение Крыма, кроме там Асада или Ким Чен Ына? Вот. Я думаю, что война за Крым уже идет. Цвій, а хто, на вашу думку, найбільше, як то кажуть, виграв від ситуації, від проведеної контртерористичної операції в Нагірному Карабасі? Спершу казали, що Путін, потім сказали, що Ердоган, більшість експертів, що, мовляв, коли він 4 вересня їздив до Сочі, то він Путіну просто сказав, що буде ось так і все. І що продемонструвало це, ну, таким країнам, як Вірменія, які почали розуміти ще, в принципі, до цього, що дружити з Путіним, довіряти йому взагалі не потрібно? Чи демонструється в чергу в цивілізованому світі, що Путін ніколи нікого ні від чого не захистить, а навпаки, кине при першій же ж нагоді. Да, но понимаете, какой тут нюанс? Война-то шла на территории Азербайджана, и Азербайджан воевал вообще непонятно с кем. Ну, с какими-то милициями, с ДНР, ЛНР, да, с шахтерами и трактористами. Непонятно, с кем он воевал, потому что Армения официально в этом участия никакого не принимала, поэтому Армения даже не могла обратиться официально там по линии этого АДКБ, так называемого, что типа вот защитите нас, нас атакуют. Это оборонительный союз. Любой нормальный, вменяемый политик на месте Пашиняна этого бы не сделал, потому что это было бы для Армении просто самоубийственно, и азербайджанская армия намного-намного сильнее армянской. Кроме того, международное сообщество было бы целиком полностью на стороне Азербайджана. И давайте не забывать, что за Азербайджаном стоит еще и Эрдоган. Влияние Армении очень маленькое сегодня в мире, и она практически осталась без союзников. Они сложили все яйца в одну корзинку, в корзинку путинскую. Это сделали в основном по инициативе всех этих армянских пропутинских олигархов. Ну и, кстати, даже этот Варданян, которого сегодня задержали, который возглавлял Нагорно-Карабахскую, вот этот Арцах так называемый, да, он же тоже русский олигарх, российский олигарх, по сути дела, да, он там Сколково принимал участие, вот. И, кстати, он очень многое делал в Нагорном Карабахе на свои деньги, да, но, тем не менее, это тоже российский олигарх, что тоже как бы показательно. И Армения настолько полагалась на Россию, что Россия ее защитит от любой агрессии, защитит Карабах, защитит территории, что фактически вся отдалась России, распродала российским олигархам все свои инфраструктуры, и Россия просто высасывала из Армении все соки, довела их до нищеты, до... Ну, Армения очень бедная страна. Армения страна, откуда невозможно выехать без выездной визы, чего мы не видим практически нигде. Да? Чтобы получить разрешение выехать из страны, надо взять справку из военкомата, что ты не военнообязанный. Дичайшие цены, потому что импорт завозить очень дорого, границы перекрыты, границы с Турцией и Азербайджаном, естественно, блокированы, границы с Грузией есть, но через Грузию возить товары, у них же основной торговый партнер, это опять же Россия, да, возить через Грузию товары незручно, неудобно, потому что, ну, Грузия и Россия официально находятся в состоянии войны. Есть граница с Ираном, но с Ираном дружить тоже такое. Так себе удовольствие и так себе имидж в глазах международного сообщества. Поэтому, ну, Армения зашла в тупик, у нее не осталось союзников. Вот Пашинян начал понимать в самое последнее время, что надо все-таки ориентироваться на Запад. Возможно, если бы у Алиева было еще терпение, то нашли бы какое-то решение в рамках каких-то общеевропейских действий, да, скажем, принятие Армении и Азербайджана в Евросоюз в будущем, в перспективе, и нормализация этого конфликта в рамках Евросоюза. Но это, опять же, я говорю чисто теоретически. У Алиева не было этого терпения, и, в общем-то, все это завершилось силовыми методами. Но Европа сегодня очень зависит от Алиева, потому что Алиев замещает фактически на европейских рынках российский газ. Россия исчезла с европейского газового рынка, а Азербайджан просто спасает Европу, поэтому никаких серьезных санкций по отношению к Азербайджану быть не могло. Ну и, конечно же, Эрдоган, влияние Эрдогана колоссально сегодня и на Турцию, и на Россию. Я думаю, что Эрдоган все согласовал с Путиным. Не было бы ничего, если бы эта ситуация
не была заранее согласована с Путиным. Ну и вот мы видим, что, в общем-то, за 25 часов все закончилось. И, к сожалению, очень острый гуманитарный вопрос с населением Карабаха. Я надеюсь, я очень надеюсь, что азербайджанцы не допустят там какую-то резню или каких-то погромов армянских. Я очень на это надеюсь. По крайней мере, Алиеву это совершенно невыгодно и совершенно не надо. Да, но я думаю, что большая часть армян просто покинут Арцах, покинут свою историческую родину и переедут в Армению. Вот. И на этом конфликт будет закончен. Ну і зараз свій ми щодня спостерігаємо і затори на виїзді із Карабаху, як називають вірмени Арцаху, масово продовжують покидати вірмени на Гірний Карабах. Це видно із супутникових знімків. Ну, будемо сподіватися, що це пройде спокійно. Я вам дуже дякую, багато акцентів ви тут роз'яснили. Рухаємося далі, з вашого дозволу, тому що ось тут чиї інтереси переслідують, чи чого боїться канцлер Німеччини Олаф Шольц. Вже здавалося, знаєте, свій, що на 20-му місяці війни цю риторику мене почуємо, але ні. Знову, Wall Street Journal виходить з публікацією, в якій повідомляє, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, він фактично блокує передачу Україні високоточних ракет «Таурус». Все це через побоювання, що, по-перше, отакі два страхи Шольца, скажімо так. По-перше, передача вимагатиме того, аби німецькі техніки приїхали демонструвати, як з ними працювати. А по-друге, переконані німці, що постачання «Таурус» може наблизити Берлін до прямої конфронтації з Росією. На підставі чого виникають, як ви думаєте, у Шольца ось такі побоювання і скільки ж уже можна тягнути? Ну, я думаю, что проблему с техниками можно было бы решить, потому что сегодня так много делается на удаленке, что, ну, решили бы как-то эту проблему. Я тоже так думаю. Чем бы съездили? Какие-то технические советы. А что касается опасений Германии, что их втянут в эту войну, слушайте, ну, на то они и политики, чтобы чего-нибудь опасаться, да? Они должны предвидеть результаты своей политики. Шольц не самый смелый политик, ну и вообще мы видим, как демократия, западная демократия в конечном итоге имеет такой эффект, да, что общий уровень политикума усредняется, да, то есть приходят в политику средние серые люди, не особо, без каких-то особых задатков, человек, который обладает какими-то суперспособностями, самые талантливые люди, самые предприимчивые, самые творческие, самые талантливые идут, конечно, в бизнес, реализуют себя там, на рынке, в производстве, а в политике остаются, оседают такие довольно серые личности. Я думаю, что это тоже одна из причин, почему у нас такие яркие звезды популистские появляются на политическом небосклоне, которые вот вспыхивают и привлекают к себе очень много людей. Я имею в виду и Трампа, и, конечно же, нашего Биби Нетаньяу, и того же Орбана, и того же Нарендру Моди. Такие яркие звезды-популисты, которые в конечном итоге поляризуют общество, и в конечном итоге наносят даже своим странам какой-то вред. Но в любом случае, вот на фоне этого серого политикума, к которому вот абсолютно точно относится Олаф Шольц, он такой функционер, да, да, так о чем бишь я? Ну, мы слышали еще Анналену Бербок, министра иностранных дел Германии. Вот она тоже, она дама, кстати, поярче. Но она из партии «Зеленых», она ультралевая, но, по крайней мере, она говорит правду. Она говорит, что германская техника прибывала в Украину в нерабочем состоянии, да, и украинцы просто возвращали ее обратно и говорили, что у них нет возможности ее отремонтировать, и что она говорит, если вы что-то обещаете и выполняете свои обещания вот так, так лучше просто ничего не поставлять, чем поставлять брак. Ну, на самом деле Германия ищет какие-то творческие подходы с тем, чтобы как можно меньше помогать Украине, помогать, разумеется, в основном на словах, но, с другой стороны, они все-таки много сделали, они много поставили. Германия, по-моему, второй поставщик оружия после Америки, если я не ошибаюсь. Вот. Но, да, у них есть... Вообще в мире надо отдавать себе отчет, что в мире есть такая по-прежнему... ну, как скажем, политическое течение, да, что не надо злить Россию, не надо рисковать, вот тот же Илон Маск, да,
Человек умный, человек творческий, человек порядочный, но, тем не менее, вот он считает, что нельзя злить Россию, что Россию надо всячески умиротворять, потому что Россия может устроить ядерную войну, а, дескать, ядерная война не нужна никому. То есть вот эта террористическая тактика путинская, она работает, да, как, в принципе, террорист берет заложника и говорит, я его сейчас убью, и его кровь будет на вашей совести, да, так же примерно и Путин держит весь мир в заложниках со своей ядерной дубинкой, пренебрегая вообще любыми правилами, да, что он ведет войну против неядерной страны, и никто ядерного оружия против него не то, что не применяет, не собирается и не может применить, да, но при этом он постоянно озвучивает эту угрозу ядерного удара. В то время как со стороны Запада пока нет такого адекватного ответа, да, что, дескать, на твой ядерный удар последует ядерный удар по России, по Москве, по твоим бункерам, по всем. Вот. Этого ответа мы четко не слышим, потому что на Западе привыкли современные западные политики, у которых выборы, которым надо отчитываться перед избирателями, они привыкли не решать кризисы, а контролировать кризисы, не находить решение проблемы, а контролировать кризис и купировать какие-то негативные последствия. Поэтому такой подход, он очень сегодня сильный. Ну, по-другому я не могу объяснить, почему американцы только сейчас, там, наконец, дают атакамс, и то в очень-очень ограниченных количествах. Mm-hmm. Почему? Ну, хотя, может быть, первые атакамсы, которые придут из Америки, они Олафа Шольца подтолкнут, чтобы он давал уже, наконец, эти таурусы. Да, но хотя я думаю, что проблема здесь еще в том, что они существуют в довольно малых запасах. То есть в Америке нет атакамсов в таких колоссальных количествах, чтобы они могли обеспечить Украину и заменить им, например, F-16 этими атакамсами. Вот. Но в любом случае есть такой подход, и Олаф Шольц в этом смысле не исключение. Ну да, он боится, ну да, у него страхи, фобии, как и у любого западного политика. Конечно, он не хочет, чтобы его втянули напрямую в эту войну, хотя на самом деле Путин же не воюет с Украиной, Путин же воюет с Западом. С Украиной у него просто спецоперация, да, а война идет, настоящая война идет с Западом и со всей западной цивилизацией, с западными ценностями, с ЛГБТ и со всем вот этим вот еще. Відтак, мені здається, свій, що заклик України, принаймні, про який пише, повідомляє видання The Guardian, полягає він в тому, що Україна зауважує іранські дрони «Камікадзе», «Шахеди 136», які Росія по нас регулярно запускає, вони оснащені європейськими деталями. Відтак, ми просимо в партнерів про ракети великої дальності, зокрема, і для ударів по виробничих майданчиках «Шахедів» у Росії, а також в Ірані та Сирії. Повідомляє про це видання The Guardian, про це, мовляв, іде в секретному документі, який українська влада надала країнам групи семи. Ну, мені здається, що враховуючи ось ці всі острахи, про які ми з вами поговорили, ніхто ніколи не дасть нам на це добро, бо це ж означатиме фактично розв'язання Третьої світової зі сторони наших західних партнерів, так? Ну, слушайте, рынок, он рынок. Вода дырочку всегда найдет. И санкции, которые были введены против России, они недостаточно отработаны. Хотя вот эта группа Макфола и Ермака, они работают над этим, чтобы как-то повысить эффективность этих санкций. Но мы видим, что эти санкции, ну да, они повышают себестоимость всего этого параллельного импорта. Ну да, они усложняют логистику, да, они вывели те компании, которые работают по-белому, которые не хотят работать в серой зоне, они вывели из этого уравнения. Но все равно это продается через третьи, через четвертые руки, через подставные компании, это продается через страны, которые не присоединились к санкциям, да, мы можем видеть просто статистику роста импорта этих товаров там той же Армении или Казахстаном или Турцией или там другими странами. Израиль тоже имеет к этому отношение, есть тоже
часть потоков, которая идет через Израиль. То есть Россия находит всякие обходные пути, и санкции, сегодня уже речь не идет о введении каких-то новых санкций, а речь идет о том, чтобы оттачивать старые, чтобы старые санкции наконец работали. Ну да, чипы Россия достает, чипы для ракет Россия достает, электронику для дронов, ну, тоже достает. Видите, что Иран какое количество дронов создает, хотя против Ирана введены санкции, ну, практически 79-го года. Да? Иран отрезан от западных технологий, но, тем не менее, это не мешает ему доставать это все, доставать все необходимое через третьи страны. Ну, вот так мы живем в глобальной экономике. Очень трудно поставить стенку в этом море, в этом океане, да, тем более, что есть Китай, и Китай тоже это такая серая зона на сегодняшний день, которая захочет, будет помогать России, не захочет, не будет помогать России, но вот сейчас вроде даже говорят, что китайцы помогают Западу перекрывать России кислород, но в любом случае мы видим, что это все продолжает туда поступать, и они находят, каждый раз придумывают какие-то схемы, находят какие-то новые маршруты, выстраивают и в конечном итоге получают. Ну да, рынком движет стремление заработать, а заработать сегодня на войне, на путинской России можно очень-очень много. И, ну да, потом надо придумывать деньги, как эти, надо придумывать схемы, как эти деньги переводить, заводить там и так далее. Да, это все осложнилось, это все привело к подорожанию всей этой продукции, но пока у путинской России деньги есть, они платят. Этот поток идет, и когда деньги будут заканчиваться, если деньги будут заканчиваться, то, наверное, будет им гораздо сложнее. Я все-таки надеюсь, что кто-то на Западе этим занимается, этими санкциями, и наконец начнет проверять, насколько они работают и насколько можно увеличить их эффективность. А Цвіток, а чому не можна, аби типу ось цих заводів, які будує спільно і оснащує європейськими деталями, ще й при цьому за по виробничих майданчиках, шахедів в Росії, в Ірані, Сирії? Ну хіба ж це законно таке розбудовувати, обмінюватися, виробляти один в одного, купувати? Чому нам не можна бити? Вони ж летять на наші голови. Ну, я думаю, що можна, тому що Україна веде війну, і Україні можна все. На мой взгляд. Нашим озброєнням. А? Нашим озброєнням, а західним не все. Я не знаю, но это такое уравнение, которое существовало несколько месяцев назад, ну, скажем, полгода назад. И мы видим постоянно, что эти уравнения меняются. И я не знаю, я не думаю, что на сегодняшний день это такое какое-то железное правило. Если даже если Запад не разрешает Украине, то есть не дает согласия, чтобы Украина атаковала российскую территорию, то я никак не думаю, что это распространяется на Сирию и на Иран. Если Украина сможет достать дронами завод на территории Ирана или Сирии, я думаю, что никто возражать не будет. Ну, по крайней мере, Израиль это делает периодически и ни у кого никаких разрешений не спрашивает. Но что касается территории Крыма, что касается территории Донбасса, то с точки зрения Запада это территория Украины, и поэтому Украина может применять западное оружие, не только свое, но и западное оружие по целям на этой территории. Вот. Ну, я думаю, что в конечном итоге они снимут. Да? Ведь каждый раз, когда они видят всю несостоятельность путинской армии, всю несостоятельность этой дутой совершенно военной машины, которая живет только на том, что все ее боятся, и все, никто не хочет с ними связываться, и на нулевой стоимости человеческой жизни, да, по мере того, как они каждый раз убеждаются, что это бумажный тигр, они все более и более, скажем так, распускают эти узлы и дают Украине больше свободы действий. Но, слушайте, завод по производству дронов – это не что-то такое, не какое-то такое капитальное строительство. Сегодня дроны можно выпускать совершенно в кустарных мастерских, и на самом деле в Украине сегодня очень много дронов выпускается именно вот в таких, там, чуть ли не в гаражах, да, с каким-то довольно примитивным оборудованием, ведь дроны
как вы видите, становятся в этой войне основным оружием. И со стороны России, и со стороны Украины они применяются гораздо больше, чем авиация. Хотя авиация, конечно же, более смертоносная, я имею в виду российские вот эти стратегические самолеты, которые пускают по Украине ракеты вообще с акватории Каспийского моря, так, чтобы их просто невозможно было доставать. Вот опять же к тому, чтобы почему не стрелять по территории России. Вот почему стрелять по территории России, потому что оттуда ракеты прилетают, оттуда убивают людей, оттуда убивают украинцев. Подло, да, так, чтобы их никто не мог достать. Вот. Но все равно мы видим, что над полем боя самолетов мало. Ну, есть вертолеты, вертолеты есть, да, самолетов мало, самолетов довольно мало. А в основном вся война ведется дронами, большая часть войны ведется дронами. Их главное достоинство в том, что они очень дешевые, и их себестоимость несоизмерима с тем ущербом, который они могут произвести. И, ну да, Украина сегодня пишет новую военную историю, да, новые военные стратегии. Все это опробуется сегодня в Украине. Мы можем видеть, как эффективно могут быть эти точечные и точные удары по российской инфраструктуре, да, вот... аэродром Чкаловский в Подмосковье, да, тоже такой очень важный стратегический объект, кстати, для России, и попадание туда, взрыв на этом аэродроме, попадание туда украинских дронов, это, да, так страшновато для Кремля. Вот. Да, и поэтому я говорю, что ударами по заводам по производству дронов, я не думаю, что можно остановить это. Дроны можно выпускать в довольно кустарных условиях. Но вы видите, как быстро Россия построила у себя завод по производству шахедов. Кстати, иранцы показали новую модель шахеда, которая оснащена более продвинутым двигателем. Этот шахед уже не тарахтит. Но посмотрим, появятся ли эти новые модели шахедов в России, потому что Иран же клянется, что не поставлял шахеды в Россию, что, дескать, это до войны они их поставили. Вот. Но мы-то точно знаем, прям вот день, когда эти шахеды появились на фронте. Да. Но посмотрим, появятся ли новые модификации шахедов в руках России, или все-таки Иран постесняется это делать, побоится это делать, да, ну, чтобы окончательно уже не подорвать свою репутацию, спасти хоть частично как-то спасти свою репутацию. Чи її залишки. Цвій, не так багато часу у нас, на жаль, залишається, але не можу вас не спитати, бо ми з вами не обговорили це минулого тижня, розмовляли до цієї зустрічі. Зараз я про одну з ключових зустрічей, які Зеленський провів в Сполучених Штатах Америки, де був з візитом минулого тижня, коли був високий політичний тиждень Генасамблеї ООН, зокрема, зустрівся він із Беньяміном Нетаньяху. Ну, те, що ми публічно почули, що говорили про війну біженців і паломників, різні інсайдерські джерела кажуть, не так важливо було ці перемовини, як те, що Зеленський обіймався із очільником Моссаду ізраїльської розвідки. Що ми маємо розуміти, що вам, можливо, відомо такого, що ми не побачили в публічній площині, і чи є ця зустріч і ці обійми, з ким би вони там не були, початком чогось нового, нових взаємин між Ізраїлем і Україною, особливо в контексті російсько-української війни? Ви знаєте, на моє удивлення, ця зустріч була неймовірно пуста, але... Я все-таки думаю, что мы просто чего-то не знаем. Ну, не могло этого быть, что они просто поулыбались. Ну, если бы это были просто Биби и Зеленский, то я бы еще в это поверил. Но там еще был глава Моссада Дэдди Барнея. Возможно, глава Моссада передал какую-то информацию, которая может иметь ключевое значение относительно иранских дронов. Я не знаю, какую информацию Моссад мог передать в этой ситуации, но мы видели, что особо тепло Зеленский приветствовал именно Барнея, не Беньямина Нетаньяху, он прям вот обнялся с ним, и что-то там, какая-то химия уже, на мой взгляд, произошла, и, возможно, это начало прекрасной дружбы между украинскими и израильскими спецслужбами. Если это так, то Украина может получить очень много информации, самой разнообразной, про Иран, про иранские системы вооружений.
ну и так далее, не говоря уже о спутниках, не говоря уже о спутниковой съемке. Я думаю, что Израиль может предложить очень большую разведывательную информацию Украине. Но на поверхности не было ничего, кроме там общих каких-то фраз. Но мы при этом можно было увидеть, что отношения довольно теплые. Улыбки были до ушей, отношения довольно теплые. То есть если бы вот этот камень все-таки существовал, да, о чем мы говорили в последние месяцы, обиды, что Израиль сидит на заборе, Израиль не помогает. И вы слышали выступление посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука, мы слышали, что на самом разном уровне в Украине очень недовольны были израильской политикой, но вдруг происходит эта встреча в ООН, а я напомню, что Нетаньяху, ну, не считая Орбана, да, единственный из западных лидеров, который еще не посетил Украину, не нанес визит, но тем не менее улыбки были до ушей, и в общем-то не казалось, что между ними какие-то натянутые отношения. Поэтому я говорю, может быть, возможно, мы чего-то не знаем, но судя по информации, которую мы да знаем, это была встреча абсолютно пустая. Ну, поговорили про паломников, хорошо, поговорили. Ну, поговорили про вот эту систему раннего оповещения о ракетных ударах, которую Израиль, которая уже в сентябре должна заработать, уже сентябрь фактически закончился, ну и вот вроде бы пока еще не слышно, что она оптимизирована и что она начала свою работу, поэтому как-то это тоже очень долго затягивается. Ну, можно вспомнить еще про какие-то там израильские обещания, которые, на мой взгляд, не были выполнены. Может быть, мы всего не знаем, опять же я говорю. Но судя по информации, которая была опубликована, это была абсолютно пустая встреча, но судя по улыбкам, судя по тому, что на этой встрече присутствовал действительно очень серьезный человек, очень серьезный актор, то я думаю, что мы всего не знаем. Будемо сподіватися, що ці секрети, якщо вони є, то вони дуже приємні для нас і дуже неприємні для Російської Федерації, окупантів. І думаю, що ця хімія між нашими розвідками, вона буде такою з двосторонньою реакцією, тому що і наші розвідники демонструють, що і про них напишуть, думаю, не менш цікаві книжки, як про Масад. Цві, дуже дякую за дуже цікаву, як завжди, розмову. Спасибі вам величезне, завжди як мить пролітає спілкування з вами. До наступного тижня, сподіваюся. Дякую. До побачення. До побачення. Це був Цві Зільбер, ізраїльський журналіст та головний редактор Лучшого радіо. З ним була я, Ірина Узлова. Друзі, дякую, що були із нами. Поставте, будь ласка, лайк, якщо вам сподобалося, і підписуйтеся на YouTube 24-го. Будемо вам вдячні. Нас майже 6 мільйонів. Отак разом до перемоги і крокуємо. Бережіть себе. Побачимось.